Шоу-бизнес – это океан энергии и творчества. В нем обитает немало акул, но поверьте, для уверенного, успешного и комфортного плавания не обязательно быть агрессивным хищником. Можно быть просто большим и добрым китом. А кто сегодня заплывет в нашу акваторию, мы узнаем уже совсем скоро. Я Денис Клявер, и это «Большая рыба» на моем музыкальном. Поехали! Бальные танцы, сладкие торты, игра на барабанах, железный характер. О, я в курсе, но об этом позже. Самое главное — это искренние, пронзительные песни, попадающие прямо в сердце. Артист, которому веришь с первой и до последней ноты. Вот так. Сегодня у нас в гостях Юленька Савичева. Быстро ты стал центром моей вселенной и не оставил мне шанс по траектории верной. Как-то ты мне сказал, будем как небо и море. Не поверить нельзя, что в целом мире нас двое. Нас двое. Ты вообще, выходя на сцену, всегда одинаково отдаешься и зрителю, и творчеству. Не могу по-другому. Я очень совестливый человек. Я знаю. Люди
заслуживают праздника везде, где бы я ни находилась. Вот я выхожу в селе таком-то, люди заслуживают такого же грандиозного праздника, как в Кремле. У тебя вообще, мне кажется, обостренное чувство справедливости. Да. Да? Иногда так мешает. Почему? Ну, потому что, когда ты с этим рождаешься и с самого детства в школе, не даешь никому списывать, потому что тебе сложно, все это дается, учеба сложно дается. Но я понимала, что это я прежде всего делаю это для себя. И когда ты приходишь в школу и «Савка, дай списать», я говорю «Нет». Савка, был подожди, где? Савка — это твое прозвище? Да, было в школе. Кличка, да? Ну, там «Сова» называли, «Савка». Понятно. Юлечка, я с трепетом ждал нашей с тобой встречи, потому что разговаривали с тобой недавно, а виделись, ну, недавно, но точно не вчера, да? Может быть, дня 4-5 назад. Да, но ты в соцсетях написала, заинтриговав нас всех, что «Ждите меня новую». Да. Я знаю тебя, думаю, так, сейчас придет с каре, красные волосы, кеды, шорты. Но ты прежняя по-хорошему. Расскажи, что новое? Песня, которая называется «Сияй». Мы совсем недавно сняли на нее клип. Там эти образы и будут. Опиши. Я и блондинкой буду. И темненькой тоже. Еще и буду танцевать, да еще и с партнером. А разные образы просто не договорились со стилистом и решили, типа, давай так и так снимем, посмотрим, как будет лучше, а потом смонтируем. Нет, мы конкретно решили поэкспериментировать и сделать что-то космическое. Жги, Юлечка, у нас на большой рыбе. Для вас. Для вас, друзья, для вас. Лопаем! Целовались в парках и на балконах, тратили любовь в пустых вагонах. Если вокруг погаснут огни, сияй, сияй, сияй внутри. Целовались в парках и на балконах, если верить, то своим законам. Пусть против весь мир мою руку возьми и сияй, сияй, сияй внутри. Когда ты рядом, все оставляй. Кадром и тепло на душе, когда касаются взгляда, вспоминаю наши первые встречи, твои признания под гитару и свечи. Что такое любовь? Вечный вопрос, сразу не разберешь, нужно почувствовать сквозь. Мы держим ее, талого жжем, крепко бережем. Ну же посмелее, научились не жалеть. Сколько раз высоко поднимались, столько и падали. Посмелей, больше не считаем дней. Мы знаем, где мы ошибались, стали еще сильней. Целовались в парках и на балконах, тратили любовь в пустых вагонах. Если вокруг погаснут огни, сияй, сияй, сияй. Если верить, то своим законам. Пусть против весь мир мою руку возьми и сияй, сияй, сияй внутри. Вдыхай меня, как эту теплую осень. Поставим реплей, времени сбросить по краям. И даже если заносит, мы знаем, что будет после. Что такое любовь? Ответы внутри. И может, нам повезло, далеко сохраним. Я рядом, как никогда. Если устанешь идти, разделим этот миг. Ну же посмелей, научились не жалеть. Сколько раз высоко поднимались, столько и падали. Посмелей, больше не считай дней. Мы знаем, где мы ошибались, стали еще сильней. Целовались в парках и на балконах, тратили любовь в пустых вагонах. Если вокруг погаснут огни, сияй, сияй, сияй внутри. Целовались в парках и на балконах, если верить, то своим законам. Пусть против весь мир мою руку возьми и сияй, сияй, сияй внутри. Сияй, сияй. Сияй, 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 сияй
материал, он совершенно актуальный, но при этом ты не потерял свою уникальность. Это очень важно. Главное не потерять себя. Я вот тоже всегда об этом говорю. Я пытаюсь всегда объединить и тренды, и свое лицо. Да круто все получилось. Что-то так... Мы пытались, мы там... Да, просто что-то очень... Я просто рассказываю, очень круто все получилось. Спасибо. Да. Ты сказала, что написание песен к новому альбому... Кстати, что такое CLV? Целяви. Сорян, ничего, что я на английском. Нормально. Тебя подтолкнула сама жизнь. Это правда. Это твоя правда. Так, у тебя предыдущий альбом когда выходил, в каком году? 6 лет назад. А, то есть до рождения дочери? Конечно. А, ну все понятно. И поклонники мои заждались, я тоже заждалась, когда же мы выпустим что-то новое, интересное. И вот это произошло. Там есть все в этом альбоме. И страдания, и отвергание, и принятие, и любовь, и счастье, и надежда. Все там. Ну класс. Слушай, мы с тобой вообще так давно знакомы. Очень. В принципе, с появления, да, «Фабрики звезд». Нет, когда... ты знаешь, я помню тот момент, когда мы поехали в Америку. В «Золотой граммофон». Вот, да, вот тогда мы действительно Но уже прям познакомились. Да. Скажи, пожалуйста, страшно было без профессионального образования выходить на сцену, петь? Мне никогда не было страшно, потому что я просто с самого, можно сказать, рождения любила и музыку, и танцы. И все это было в нашем доме, не прекращалось. Мама пианист, папа барабанщик. Да, пианист, папа барабанщик. Это просто в крови. Это точно. Понятно, что я что-то сама потом для себя выучивала, узнавала все, что мне было нужно узнать. Но вообще в основном это опыт. Это гастрольный опыт. В 16 лет это очень серьезная эмоциональная, психологическая нагрузка для человека. Тем более, зная тебя уж, насколько ты сентиментально, с одной стороны, ранимая, с другой стороны, такой оловянный солдатик. Это мы с тобой, кстати, проверили на Форт Боярде, помнишь? Да, было. Юлечка была самая юная, самая хрупкая и самая боевая. Мы уж такие думаем, да ладно, ничего, сейчас побегаем, попрыгаем. А я их вечно настраиваю. Так, не сдаваться, что это вообще? Вы что, ребята, мы не должны проиграть. Были у тебя страхи? Конечно, были. Я боюсь пауков. Это я тебя заменял тогда. Да, ты меня спас просто. Я была в таком шоке. Они должны были падать на меня сверху, эти пауки. Я должна была их еще и брать. А реальные страхи в жизни у тебя были какие-нибудь вообще? Вот ты... поехала на отбор на «Фабрику звезд». Ты волновалась? Ты вообще волнуешься? Конечно, волнуюсь. Я всегда волнуюсь. Я переживаю за своего ребенка. Песню «Не бойся» — это я ей пела. С удовольствием слушаем. На самой большой горе хочу я с тобой стоять и где-то там в тишине однажды с тобой пропасть. Пусть нас не найдет никто, мы птицы, мы в облаках. Ты в куртке, а я в пальто, мечтаем в чужих дворах. Мечтаем в чужих дворах. Бежим с тобой по лужам. До первой звезды достать. Я вместе с тобой могу в Бермудах потом пропасть. Сейчас мы с тобой живем, просто вдыхаем свет. И, может быть, нас вдвоем сегодня счастливей нет. Сегодня, сегодня счастливей нет.
потрясающего! Бурные аплодисменты! Мне кажется, новая ты — это то, что ты стала мамой. Твое ощущение как артистки, как музыканта изменилось в прочтении своих же, ну, тех же песен, которые ты, например, пела до рождения доченьки? Конечно, изменилось. Другая глубина появилась. Многие смыслы для меня стали понятными. Ты для нее все больше вот стараешься. Ты выходишь на сцену, ты понимаешь, что вот Аня потом посмотрит, послушает. И я совершенно по-другому это чувствую, когда пою. Она живет сейчас в Португалии. Здесь, в Португалии, да? Мы делимся так по-дружески нашими веселыми видео с детьми. Анечка поет фантастически. На португальском, да. А ты вообще понимаешь, о чем она поет? Ну, некоторые слова понимаю. Я во время беременности учила португальский. Ну и плюс вокруг португальский. Ну, хорошо, а вы с ней по телефону, да, постоянно? Постоянно, на видео. А «Спокойной ночи» ты поешь на ночь? Я и пою, и читаю книжки на ночь, и днем тоже, если есть возможность, я вот ей показываю. Да. Ёлки-палки. Ну, под колыбельную какую-то поешь? Да, у нас есть колыбельная семейная. Ну, напой, пожалуйста. Написал мой муж. От зеленых полей и до синих морей тишина. От уснувшей земли до далекой звезды лишь луна. Только совы ночью не спят, а завтра будет новый день, так пожелай спокойной ночи тем, кто закрыл глаза, пожелай спокойной ночи. Сама ты вышла в 4 года на сцену же, да? Сама ты. Меня Макс вывел, Максим Фадеев, ну, на да. сцену с собой. Ты не сопротивлялась, нет? Нет, ты что? Я обожала быть в центре внимания. Ну, просто. У нас в квартире еще в Кургане. Угу. Забираясь на стол, я представляла и что я на сцене. Надевала мамину золотую юбку, она мне была, как ты понимаешь, такое платье. Ну, нормально такое, да. Да. Палантин. И все, и что-то там, значит, скажи мне, колбасило. А ты вообще представляешь вот Анечку вывести в 4 года на сцену? Ты не собираешься ее вывести? Если она захочет. Потому что она, мне кажется, переплюнула уже нас с папой точно по талантливости. Помимо того, что она запоминает все песни, которые слышит по радио, я ей напеваю. Она еще и танцует потрясающе. Я пока еще никому не показывала. Странно, в кого бы это, да, тоже? Нет, просто еще 3 года. 3! Она уже и поет, и танцует. Она действительно очень взрослая. Я же вот... Да. И сейчас прозвучит песня, которую написал мой муж. Написал у нее во время того, как я была беременна, мы находились в Португалии. Я уже за нее сильно переживала, и песня «Тик-так» как раз об этом. Дыша. Тик-так, я прошу, не молчи, это
Слушай, скажи, пожалуйста, а Саша, он вот так вот бросил на алтарь семьи весь свой талант, ушел в тень, пишет песни, дарит тебе. У нас один дуэт есть, как раз в последнем альбоме, называется он «Лучшее решение». Но мы там просто в унисон поем. Но это класс. Получилось красиво. Стихи твои, музыка его? Нет, это вообще посторонняя песня. Нам прислали демку, и ему она так понравилась. Он говорит, мне она так понравилась, я хочу спеть ее с тобой дуэт. Я говорю, да я всегда за, пожалуйста. А у меня скромный. Ну, я, Саша, знаю очень хорошо, он действительно очень скромный. Но не только из-за этого, что он скромный, он еще и понимает, что артист должен в семье быть один. Потому тебе что повезло, если бы... ты знаешь, ты в своей жизни нашла же не просто мужчину, а вторую половину, еще так и творческую единицу, человека, который готов быть на втором плане. Ради это очень круто. Это просто неописуемо, как здорово. Я всегда благодарю судьбу за то, что как-то вот мы сошлись в момент в один. Но ты знаешь, я была инициатором. Я не знала, к чему это все приведет. Инициатором отношений? Да. Добрый день. Я сама позвонила. Юлия. Так и есть. Жду вас на свидание, Александр. Да. Серьезно? Да. Ты не знал, что ли? Нет, не знал. Так было. Класс. Повезло. Я просто была на фабрике еще, когда принесли диск, на котором он пел. И почему-то мне очень запомнился голос его. Там была такая лирическая одна песня. То есть ты его не видела даже? Нет. Одна лирическая песня была в этом альбоме. Я ее послушала, она мне запала в сердце. Ты влюбилась в голос? Да. И я подумала, какой же искренний человек... Как он проникновенно поет, вот мое вообще. Я бы хотела с ним познакомиться. Любовь с первой ноты, короче. Так получилось. Ты представляешь, если бы Саня не был таким красавчиком, вышел бы, а ты бы, ну ты с закрытыми глазами просто бы услышал. Говори, говори. Люблю, но не могу смотреть. Люблю, но не могу. Ну только говори, ну класс. Ты уже давно вместе, сколько вы уже? Мы 18 лет, получается, потому что в 16 лет я первый раз устроила нам встречу, и встретились мы как раз в это время. Как следующая песня называется? «Доктор Хаус» у нас. О, я хотел как раз посвятить Саше эту песню. Мне кажется, она подойдет ему, нет? Очень подойдет. Да? Потому что иногда он действительно как доктор для меня. Лечит мой мозг периодически. Ты лечишь? В прямом смысле. Какая у Саши фамилия? Ты бы его чаще называешь по фамилии. Я постоянно по фамилии. Как по фамилии? Аршинов. Аршинов.
Special for you, Юлия Савичева в «Большой рыбе» с песней «Доктор Хаус». Знаешь, мои короткие юбки, кажется, только вред приносят. Я стала выжатой, как кубка, надо бы так сдаваться, бросить. Знаешь, кто-то забрал мою львицу, бабочек мне оставил только. Солнце в глазах моих садится, я уже жива не настолько, не настолько. А ты забери меня туда, где в море торчит. Вдохни глубже, никто еще не придумал лучше. Начни сама себя слушать, себя слушать. А ты забери меня туда, где в море торчит белый парус. Вылечи меня, вылечи меня, вылечи меня, доктор Хаус. Ты забери меня туда, где солнце, песок, я там останусь. Вылечи меня, вылечи меня. Спасибо. Следующая песня, ну-ка, ну-ка. Из нового. Следующая песня — это подарок судьбы, опять же. Потому что, когда я вернулась из декрета, я не могла никак связаться с Евой Польной. А мы с ней очень сдружились. Вот. И я просто пропала тогда со всех радаров в определенный момент. А мы что-то вместе задумывали. Я помню, говорили о какой-то песне или даже о дуэте. И вот тут я пропадаю. Такая раз и все. А в тот момент у меня большие проблемы были с личной жизнью. И мне пришлось просто уехать в Португалию, заняться здоровьем, вообще от всего отключиться. И только тогда у нас появилась Аня. Бог дал. Вот. Но мы прошли через очень многие испытания. Слава Богу, что все позади. Да, слава Богу. И вот как раз, когда я вернулась, я попыталась связаться, но, видимо, Ева на меня очень сильно обиделась. Но в результате я счастлива, что мы повстречались не без помощи кое-кого. Я-то знаю. И вот я ей все рассказала, все как было, все свои эмоции, через что я прошла. Порыдали вместе? Ну, конечно, и порыдали. И я ей все как есть рассказала. И после этой встречи, через 2 недели, она мне звонит и говорит: «Слушай, Юль, тут так получилось, я написала для тебя песню». Ева Леонидовна может. Да. Ну, у меня челюсть так отпала. А еще больше она отпала, когда я услышала эту песню, потому что она душераздирающая. Когда я записывала эту песню в студии, я постоянно рыдала, я не могла остановиться. И я отдельно хочу сказать спасибо ей за эту песню, за этот смысл, который она
внесла в эту композицию. Ева вообще в каждую песню всю душу. Да. 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 Поэтому сейчас песня, которую написала Ева Польна, «Однажды». Однажды я скажу тебе правду, и ты в нее не сможешь поверить. Как первый снег не верит с весною, что он, как и последний, растает. Ну а весна о нем не скучает и даже не заметит потерь. Однажды ты поймешь, что с тобой я больше никуда не летаю. Время растаяло на часах, я ухожу на твои глаза. Мне уже не умереть от жажды, жажды. Время твой самый любимый враг, что же ты плачешь, не надо так. Я тебе перезвоню однажды. Может вытерпеть сердце, не смогут больше горы и реки. Однажды ты мне сделаешь больно и скажешь, что не думал обидеть. Во мне однажды что-то сломалось, я не забуду этого веки. Глазами я столкнулась с любовью, и это невозможно развидеть. Время растаяло на часах, я ухожу в твои глаза. Мне уже не умереть от жажды. Время твой самый любимый враг, что же ты плачешь, не надо так. Я тебе перезвоню однажды. Браво! На мой взгляд, гениально все совпало. И, ну, конечно, Ева Леонидовна каждое слово прям в точку. И уникально. Ева, она же пишет в основном только для себя. И вообще я знаю, как ее трепетное отношение к каждой ноте, к каждому слову. И, наверное, из-за этого, может быть, и никто, по большому счету, ни другой не исполняет ее песен, потому что это как дети. Конечно. Да, и в твоей ситуации это настолько 100%. Очень красиво. Те испытания, которые тебе пришлось пережить, они не сделали тебя черствее? Вот как ты остаешься такой же? В том-то и дело, что нет. Все равно продолжаю верить свято в хороших, замечательных людей. Меньше стараюсь негатива вот этого впускать. Но когда он случается, этот негатив, я опять рыдаю, я опять страдаю. А тебе не кажется, что для тебя это тоже определенное вдохновение? Да.
ты первый человек, кто об этом сказал. Я потому что такой же как-то. Я тоже рыдаю. Нет, ну если честно, я тоже через себя пропускаю, с одной стороны. Я поражаюсь. Я могу прочесть 150 комментариев положительных и один отрицательный. И он меня ранит. Ну, если это какая-то мерзкая грубость просто, я просто стираю. Ну, неважно, я реагирую на него. Но потом я, естественно, становлюсь еще сильнее. Меня это, наоборот, поощряет. У тебя так же, да, наверное? Понимаешь, тут такой сложный котел взаимоотношений, что я постоянно работу тяну домой. И я постоянно... И вот из-за этого мы с Аршиновым часто ссоримся. Я с собой борюсь, он борется со мной. Иногда не разговариваем даже какое-то время, потому что это сложно, невероятно сложно. Но потом, видишь, вы же понимаете, что какая ценность у вас в руках. Кто с тобой рядом, какой человек. И ты знаешь себя, что надо отпустить. Это компромисс, ну, естественно. Ну, мы оба иногда наступаем себе на горло, соответственно. Без этого никак. Ну, без этого просто не получится. Конечно. Мы должны тонко чувствовать настрой друг друга. Я его, он мой. И вот так вот мы балансируем. И это тебя вдохновляет тоже, безусловно. И это тоже. Замечательно. Любовь найдет и тебя снова. Я знаю, как эту песню петь. Так же, как и миллионы поклонников Юлечки Савичевой. Давай, дорогая. Специально для нас, для всех. Мы ищем друг друга на разных страницах, когда на душе одиноко и пусто. Только все это так бесполезно, ведь сердцу нужны настоящие чувства. Мы ищем все одно и то же, но что-то нам всегда мешает. А ты представь, что все возможно. Представь, что ты все сам решаешь. Любовь найдет и тебя скоро. Клетках глаза опускаем, когда едем в лифте, а сердце внутри нас стучит все быстрее, как будто нашло своего человека. Мы ищем все одно и то же, но что-то нам всегда мешает. А ты представь, что все возможно. Представь, что ты все сам решаешь. И все вместе. Любовь найдет и тебя.
Спасибо. Вот сейчас я наглядно увидел профессиональное танцевальное образование, полученное с тобой. Это было очень круто, как ты зажгла. Ух! Я ведь бальными танцами 8 лет прозанималась. У меня даже были свои ученики. Я хотела стать великой танцовщицей, открыть свою школу. Вот такие у меня были идеи. Когда я попала на фабрику, эти идеи совсем... Так не, подожди, ты артист. Артист, он делает все. Да. Ты в 7 лет зарабатывала баблишко, говорят. Да, у меня был первый гонорар. Ага, ну-ка, я играла в спектаклях в новогодних в ДК «Мои», главную роль. Вау, я боюсь спросить кого, ну не Снегурочку же точно? Нет, 7 лет девочка было. Юля. Понятно. Угу. И следующее произведение, которое ты подаришь нашим зрителям. Привет! Рок в студию. Магнит болит, не спит, мешает убить, забыть, не быть. Не знаю тебя, тебя, тебя. Меняю на-на-на-на-на. Уйди, замри, растай, туманом пойми. Нельзя, нельзя обманом хотеть, терпеть, реветь. Не надо, на-на-на-на-на. Сейчас пошло. Пошло. Горище. Ну вот. Так. Сейчас поправляем неглиже. Давайте лицо поправим. Гример, пожалуйста, припудрите Юлю. Да просто посмотреть на. Класс. Ну я на концерте также. Да понятно, что только. На концерте еще я очень много общаюсь с людьми. У меня целая посиделка.
ты пишешь стихи? Почему-то только в своем четвертом альбоме они появились в твоем творчестве. Ну, раньше это была галиматья просто какая-то. Подожди. То есть ты раньше писал стихи, не, это все фигня, это все фигня. Это было похоже на рэп больше. То есть рэп — это фигня? Причем я... Не, ну послушай. Не, а Джигана вот это все тогда зачем? Вот это все было? Ну я-то хотела прямо лирическую такую вот цвета и Ахматова, чтобы это было вот такое, душа развернулась. А то, что делала я, это... Ну вот поэтому ты с Джиганом и спела, да? Чтобы на душа... тот момент я вообще еще толком не, знаешь... не посвятила себя конкретно вот этому направлению, чтобы сесть и вдохновиться, и написать какой-то интересный стих. Это было после уже. А кто у тебя любимый из поэтов? Ну, ты перечислила, да? Ну, вот Ахматова. Есть прямо кумир? Цветаева. Цветаева. Ну, я так и думал. Похоже, некоторые. Твоя лирика, безусловно. У нас программа называется «Большая рыба». Да. Какая ты рыба? Вот если ты рыбуля, это точно, ты рыбонька моя. Мне кажется, я золотая рыбка, которая все, что бы ни попросили, исполнит. Можно тебя попросить еще спеть всеми нам любимую песню «Высоко»? С удовольствием. А обычно три желания у рыбки, не помнишь? У меня одно. Все, я его использовал, а мне не жалко. Не забывай помни. Ты не один навсегда вдвоем. Не забывай пламя огня. Где мы с тобой? Греем себя. Я улечу в себе. Я улечу к тебе. На небо за звездой высоко. Тихий полет. Это легко. За звездой высоко. Тихий полет. Это легко. Песни мои навсегда с тобой. Не забывай ночи без сна. Где мы с тобой? Я не одна. Я улечу в себе. Я улечу к тебе.
на небо за звездой. Высоко, тихий полет. Это легко. Прекрасно. Девочки, скажи, пожалуйста, талант музыканта, талант кондитера. Тортики, печенюшечки, ну, печешь. Я пеку, да. Но это же тоже творчество, конечно. Творчество, конечно. Для кого ты первый торт испекла и вообще в каком возрасте? Медовик. А, кстати, мой один из любимых. Я тоже сладкий. Все получилось. Что так. Удивительно, ничего все не испортилось. Все живы. Кухня тоже на месте после этого была. И как-то, ты знаешь... Я поняла, что без этого не смогу. Все, меня это захватило. И чем дальше, тем сложнее торты я начала делать. Так, ну а так, может быть, тебе надо бизнес свой открыть, логично, какой-то кондитерский? Мы с тобой обсудим. А, то есть ты хочешь меня взять в пай? Не, ну это действительно очень круто. Вообще, на самом деле... Это бизнес, это не должно с кондачка вот так... Нет, ну да. Так, ну а какие еще таланты мы не знаем? Я еще рисую. Это у меня от дедушки передалось. Он у меня художник был. Его уже нет слушай, с нами. У тебя такая плеяда вообще творческих людей. Творческих людей, да. Память. Что ты не можешь? Ну, я бы не смогла выйти в купальнике выступать. Или, как сказать, в труселях. В труселях. Не надо, пожалуйста. Послушай. Я никогда так не смогу. Чем больше общаемся, тем я больше понимаю, насколько ты безгранично талантлива. И ты яркий пример для всех. Если верить в себя, можно добиться самых нереальных успехов. Подхвати вместе с нами. Верь в себя, так же, как я верю в тебя. И вместе! Ничего не бойся, все зависит только от тебя. Верь в себя, так же, как я верю в тебя.
Ничего не бойся, все зависит только от тебя. Верь в себя, так же, как я верю. Золушка. Да ладно тебе. Верь в себя, 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 верь в себя. Юлия Савичева, «Большая рыба». Мой музыкальный. До скорых встреч, друзья. Спасибо, что были с нами. Верьте в себя.